Добро пожаловать на канал Rocket. В сегодняшнем видео я покажу, как прохожу гран-при Австрии в игре F1 World Racing в событии Dizzy Heights Event, что означает событие головокружительных высот. Использовал я для квалификации вот такую компоновку, которую вы можете сейчас видеть на экране. Да, я немного видоизменил предыдущую, потому что мне добавили уровень, повысили мой уровень 25 до 26 и добавили, соответственно, для моей компоновки 2 возможных очка исследования. Ну, я их использовал разумно. И, в общем-то, квалифицировался я плохо. У меня 12 на старте. Но это не самое худшее, что может быть. Строил я эту компоновку тоже из соображения легкости. Увидите, что основополагающая компоновка, основополагающий элемент здесь — это легкость. Не знаю, зачем я так делаю. Мне, я люблю легкие машины. Они быстро ездят. Точнее, не быстро ездят, а быстро разгоняются. Мне кажется, что быстрый разгон для Формулы 1 самый важный. Теперь я буду стартовать в гонке. Извиняюсь. Нет звука. Я бы сказал, это очень странно. Почему нет звука? Ладно, я не могу с этим ничего поделать. Придется ехать без звука. Вы уж меня простите. Нет, а в чем дело, действительно, почему нет звука? Сейчас, минуточку. Что-то очень странное происходит. Почему нет звука? Сейчас он есть. Сейчас его не должно быть. Его и нет. А когда я поеду, он должен будет быть. Он тоже как-то непривычно без него, что ли. Да, нет звука. Ну, извините. Я не могу понять, что произошло. Я могу лишь констатировать факт, что нет звука. Кстати, вот этот раз я стартовал лучше, чем в прошлый. Да, нет звука, так что я буду заполнять все пропуски своими комментариями по поводу происходящего. Ну, до первого места, скорее всего, уже не дотянусь. А так останусь на втором. Ну и ладно. Странно, почему я... В квалификации у меня такого не было, что мне сложно было войти в поворот. Все взорвалось.
еще хуже стартовал. Очень плохо. А, ну не то чтобы сильно хуже, но все равно похуже. О, вот сейчас очень хороший старт. Все, я понял. Там нужно было хитрым образом притормозить этот поворот, который только что я проходил. Проходится наиболее оптимально следующим образом. Нужно, когда только началась красная линия, немного тыкнуть на экран. Подождать, потом еще так. Несколько раз. И это будет оптимальное торможение. А если вы либо до упора нажмете тормоз в самом конце, либо не нажмете, либо там нажмете, но недостаточно, то это, конечно, будет вам только во вред. Точнее, не вам, а вашему времени на круге. Но даже вот я не могу нормально затормозить. Хотя кто я такой? Я все же никак не могу понять, почему же нет звука. Ой, меня там немного занесло. Похоже. Почему нет звука? Почему нет звука? Действительно. Ладно, наверное, то, что залагало, взорвалось. Странно, почему красный? Я вроде бы быстро поехал. Пройду-ка я так. Потому что... проехать почти как квалификации, как можно скорее. Первый сектор удался, второй пока не знаю. Не, все равно. Тоже, наверное, будет красный. Да, красный. Но все равно мне сколько-то там очков, скудненькое количество дали. Совсем чуть-чуть. Сложно сказать, как у них система распределения работает. Да, сейчас я зайду, посмотрю, может здесь где-то в настройках-то есть. Звук я имею в виду. Ну, я уже старт гонки прошел, какой-то скучный. Остался конец гонки. Я вот тут уже... начинаю подумывать о том, что, наверное, делать видео на полную гонку, то есть на старт гонки, на финиш гонки, как-то не очень хорошо. Нет, не хорошо или плохо, а не очень удачное решение, что ли, потому что... Почему же? Потому что... я когда вот так езжу, что занимаю первое место, то неинтересно, потому что просто потом еду до финиша, ничего не происходит. Поэтому, если хотите, можете рассказать об этом в комментариях. Я перестану делать такие длинные видео. Буду делать видео только чисто, например, квалификации. Видео.
или какие-то интересные моменты из этого, например, самое-самое начало. То есть не все три круга, а только, например, первый круг, где я прорвался вперед. Тоже интересный момент, может быть. А так, не то чтобы интересно смотреть, наверное, как я просто езжу. Сейчас, минуточку. Помощь. По какой такой причине ничего не работает? Так, так, так. Так, хорошо. Отвечаю, что здесь. Ничего не понимаю. Как, почему, что? Ладно, извиняюсь. Не знаю, что это. Честное слово, не знаю. Хочется посмотреть, где это настроить. Какой-то там код внизу слева. Так что я продолжу. Если у вас есть идея, там скажите в комментариях. Напишите в комментариях о том, ну, стоит ли мне дальше продолжать выпускать такие длинные видео, если, например, у меня последние круги-то просто проезжание круг за кругом трассы. Точнее, не проезжание, а езда круг за кругом по трассе. На первой позиции без обгона. О, звук появился. Хорошо. Звук появился, это меня очень радует. Вот сейчас я тормозил так, как я говорил, так, как я рекомендовал. И видите, я оплался вообще координатор. Какой-то странный здесь поворот, если честно. Не люблю его, но что ж поделаешь. У дома танцора даже помнишь. Я что, заехал на газон? Возможно. Слишком громко, простите. Немножко потише. В этот раз затормозил плохо, потому что я пережал. Это тоже не очень хорошая идея. Он поворот прошел нормально. Хорошо. Теперь мне осталось ехать и ехать. Вот так очень много времени. Красивый лес на фоне. Австрийско-швейцарский.
поезжу-ка я последний вот так. Постараюсь поставить лучшие сектора. Пошел в таком режиме, как бы я проще мне сконцентрироваться на том, куда я еду. И нос мне четко указывает по линии зеленый, там красно-желтый направление. Так что заблудиться невозможно. Хотя, наверное, возможно. Кто их знает, в общем. Поставил красный сектор. Второй. Наверняка. Да. Так, сейчас собраться и проехать последний сектор. Как хорошо. Как надо. О, круто. Что-то все равно дали 200 очков. Вот что? Почему 200? Приехал я на минуточку первым. А дали 200 очков. Не могу я их понять. Не могу. А в прошлом событии я тоже приехал первым. Мне дали другое количество очков. Очень странно. Да, если там было, ну, как бы, если я погнал первого позади идущего, на 1.5 секунды, это значит, что я явно не тормозил их, и как бы, что мое время действительно лучшее среди них. То есть, даже если сравнивать с другими, то... Примерно равный труд. 30% прохождения. Не знаю, что происходит, если честно. Ладно, видео какое-то затянувшееся получилось. Уже целых почти 19 минут. Так что, спасибо вам большое. С вами был канал Rocket. До свидания.